Здравствуйте, меня зовут Гульнас, я преподаватель онлайн-школы шитья без полкт. Присаживайтесь поудобнее, потому что вас ждет распаковка швейных инструментов, наверное, самых эстетичных, вкусных и по-настоящему девчачьих инструментов от бренда Prim. Бренд Prim представлен на Wildberries, вы можете его заказать там. Ссылки на все-все товары я обязательно оставлю внизу в описании под видео. Как видите, многие инструменты имеют розово-бирюзовый цвет. Они из серии Prim Love. Остальные инструменты классической линейки Prim темно-синего цвета. Итак, первый предмет – это, как думаете, что? Это органайзер настольный для инструментов. Здесь внутри мягкий силикон. И теперь будем распаковывать и класть туда все предметы. Итак, ножницы. Это ножницы для мелких работ, фантастически розового цвета. Здесь пластик, а внутри прорезиненная часть или силиконовая, поэтому очень комфортно держать. Ножницы не соскальзывают и при этом еще и мягкие. Пальцем удобно и не больно. Смотрите, как классно фиксируется. Вот такой органайзер способен привести ваш рабочий стол в порядок. Вот, к примеру, когда я шью, у меня все инструменты, которыми я пользуюсь, разбросаны по столу. И иногда не остается места для того, чтобы кроить, разложить изделия, в общем, с комфортом работать. Вот такой органайзер, мне кажется, сразу повысит комфорт. Дальше. Как думаете, что это за штука? Это колышек для выворачивания уголков. Он пластиковый, розовый в горошек, тоже очень красивый, прямо такой настоящий девчачий. Очень хорошо, кстати, держится и не падает. Дальше. Это распарыватель или вспарыватель. Очень комфортный для руки. Вот здесь у него есть крышечка. И на упаковке увидела вот такой способ. Можно подвесить на веревочку и, видимо, повесить на шею для того, чтобы распарыватель всегда был рядом с вами. И в любой момент, в любой ситуации вы могли быстренько открыть его и начать работать. Вот этим наконечником очень удобно пользоваться для того, чтобы подхватывать петли. Покажу на примере. Заводим под стежок, под нитку и разрезаем. Здесь очень классное, качественное лезвие. Справляется очень быстро. И дальше можем аналогично распарывать. Можно использовать для распарывания строчек. Я завожу округлую часть вовнутрь и вот так провожу. Видите, как быстро и удобно. Остается потом только удалить вот эти нитки. Он тоже пластиковый. Вот эта белая часть, ощущение будто прорезиненная. Поэтому руке очень комфортно. Ну и очень красиво, конечно, выглядит. Смотрите, целый набор получился. Раз уже начали смотреть игольницу, откроем ее. Это магнитная игольница. Она из пластика. Тоже такого волшебного розового цвета, в горошек, как колышек. И она предназначена для иголок и булавок. Можно, к примеру, с одной стороны булавки одного вида ложить, а с другой другого вида, потоньше. Кстати, вот эти мои одни из любимых булавок со стеклянной головкой. Очень тонкие, для тонких тканей тоже от бренда Prim. Давно ими пользуюсь. Если вы шьете тонкие, нежные, деликатные ткани, то вот такие булавки не подходят. Они могут оставить затяжки, повредить ткань. Далее. Это набор для выворачивания кулисок, бретелей, различных полосок. Здесь два размера, шириной до 25 мм, а это уже от 2,5 см. Продолжаем. Это необычная линейка, тоже из серии Prim Love, с сердечками. Все очень мило, красиво. Двусторонняя линейка, сделана из гибкого пластика. Она прекрасно мнется, и для чего можно использовать ее способность, такую гибкость. Например, часто нам необходимо замерять на чертежах какие-то округлые линии. Пройму, горловину, окат рукава. И вот для таких целей вы можете использовать эту линейку. Просто прикладываем и замеряем участок. Также вы можете заметить, здесь есть, скажем так, прорези, которые очень удобно использовать при разметке припусков, при разметке каких-то линий. Вы просто прикладываете линейку с необходимым отступом и делаете отметку мелком. В результате отметка получается максимально точной. Такая же линейка есть в розово-белом цвете, то есть вместо голубых полосок розовые. Поэтому можно выбирать, который вам нравится. Линейку тоже можно удобно расположить на органайзере. Продолжаем. Вот эти необычные штуки – это насадки, колпачки для пальцев.
и они предназначены для защиты ваших пальцев в процессе утюжки. Они разного размера, можно надевать все три, можно один, как вам хочется, как вам удобно. Иногда бывает необходимость придержать максимально близко пальцем какой-то участок, который вы планируете проутюжить. И для таких целей удобно использовать такие колпачки. Еще одно красивое сердечко, тоже из серии PrimLove. Это шкатулка, контейнер с зажимами для шитья. Они разных цветов, розовый, голубой, фиолетовый и красный. Можно выбирать по своему настроению. Их очень удобно использовать в процессе для пошива кожи, эко-кожи, потому что обычными булавками такие материалы протыкать нельзя, поскольку остаются следы, проколы на материале, и их впоследствии невозможно удалить. А многие, я видела, пользуются этими клипсами вместо булавок для скрепления деталей, для скрепления срезов, и затем просто в процессе пошива за машинкой удаляют. Также эти клипсы можно использовать и нужно использовать, если вы занимаетесь квилтингом, пошивом таких одеялок из лоскутков. Это очень удобный формат. Они раскрываются достаточно широко, поэтому вы можете закреплять большое количество слоев. Но даже если будет, например, два тонких слоя шелка, то есть тончайший материал, то они все равно отлично держат материал и фиксируют, то есть не слетают. И для того, чтобы их удалить, вы просто разжимаете клипсы. Кстати, их можно хранить тоже в органайзере. Прикрепляем к лепесткам цветов, либо просто вкладываем в ячейки. Очень удобно, кстати. Продолжаем. У нас остается один лот. Это иглы. Классические иглы. Они предназначены для ручных работ, и они достаточно длинные. Разные размеры, с 3 по 7. Я люблю длинные иглы для сметывания, потому что иногда хочется нанизывать несколько стежков на иглу. И когда игла длинная, это очень удобно. Еще к заказу мне положили два каталога, две книжки с полным ассортиментом продуктов Prim. Здесь очень много всего интересного. И вторая книжка с ассортиментом ножниц. Здесь их огромнейшее количество. И описано, для чего какая модель предназначена. Вот и все. Пишите в комментариях, какие из этих инструментов вы тоже хотели бы иметь. Они действительно очень классные, создают особое настроение благодаря своему цвету. И если вы, к примеру, создаете контент, то такие инструменты будут прекрасным украшением. Приобрести все товары Prim можно на Wildberries, это очень удобно, и доставка очень быстрая. Ссылки на все инструменты, которые я показала в видео, я обязательно оставлю в описании к видео, поэтому проверяйте инфобокс. А мы с вами встретимся совсем скоро в следующих видео. Желаю вам хорошего и успешного дня!